Спортивный азарт и серьезная конкуренция между непримиримыми соперниками существует уже не первый год. И каждый раз сохраняется интрига. Кто же победит в этот раз? С начала матча саровчане набирали обороты и вели в счете. Но во втором периоде «Атом» допустил несколько тактических ошибок в защите. Результативные атаки мотора и точные броски со штрафной линии позволили команде догнать соперника. Тяжелая игра была, тяжело сложилась первые три четверти. Равная игра с обоюдными ошибками. К третьему периоду игроки «Атома» собрались и благодаря быстрым контратакам и грамотной обороне снова получили преимущество. Четвертый период начали с разницы в 4 очка. Несмотря на серьезного соперника, «Атому» все же удалось вырвать победу. Игра захватывающая, сложный соперник, постоянный наш многолетний, так скажем, да, спарринг-партнер, с которым мы постоянно бьемся. И игры получаются очень напряженные, интересные. Со счетом 88-81 наша команда в шестой раз стала чемпионом Нижегородской области. Саровчанам вручили медали и чемпионский кубок. Лучшим игроком чемпионата стал Антон Тришин. Сегодня спасибо болельщикам. Поддержали нас полной трибуны. Это очень приятно. Ну и последняя игра дома. Выигрывать ее и завершать тем самым чемпионат области. Выиграв его, конечно, приятно вдвойне. Сезон завершен, но отдыхать «Атому» некогда. Теперь команда будет активно готовиться к чемпионату России, который пройдет в середине июня в Оренбурге. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».